Преждевременное лето в Чувашии заканчивается. Метеоусловия возвращают к более привычным для начала мая показателям. В два раза холоднее станет в Чувашии уже завтра. Если сегодня столбики термометров днем показывают 23 градуса, то 3 мая синоптики обещают не больше плюс 12 и облачность. Такие условия продержатся всю рабочую неделю. А вот предпраздничный выходной 8 мая по прогнозам плюс 2 градуса и небольшой снег.